سبحانه وتعالى أمر بعمارة المساجد. يظن بعض الناس أن عمارة المساجد فقط تكون بالبناء والتشييد ووضع الأنوار والفرش. Некоторые люди думают, что это имара, да, уход за мечетью, заполнение и так далее, что только посредством того, что ты постелил там ковры, то, что ты сделал там ремонт, ты повесил какой-то свет и так далее. ولا يدري أن أعظم من هذا أن نعمر المساجد بذكر الله. А он не знает, что лучше всего этого, самое главное во всем этом, это что? Заполнять эти мечети упоминанием Аллаха. نجعلها عامر بالتوحيد بالصلاة قراءة القرآن. يعني بعض الناس اليوم يحرص على بناء المسجد لكن لا يدري هل هذا المسجد تقام فيه السنة وقام فيه التوحيد أو تقام فيه البدعة والشرك. То есть некоторые люди сегодня стремятся, чтобы поскорее построить какие-нибудь мечети, но даже не задумываются, что в этой мечети будет, о чем будет не говорить, будет ли там призыв к многобожию, к наведению или же к توحيدу и к сунне. فقبل أن تبني المسجد لابد تنظر من سيصلي إماما في هذا المسجد. هل المسجد هذا سيكون منارة للتوحيد للعلم أو ضد هذا؟ И поэтому, прежде чем строить мечеть, ты должен посмотреть, кто будет имамом, кто будет молиться в этой мечети. Будет ли эта мечеть маяком, минаретом для призыва к единобожию, к сунне, или же наоборот?